ССГ. О, красный пролетело. Есть, сюда! Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И в этом видео я подкрываю 50 новеньких кейсов. В общем, был такой челлендж. СДТВ мне сказал, давай сыграем аимочку один на один. Если ты сможешь меня посадить на нож, то я тебе лично куплю эти кейсы. Ты на моем аккаунте открываешь 50 кейсов. Ты согласен? Согласен. Приятного тебе просмотра, я желаю только одного. Поставь лайкусик, и чтобы мы собрали 1000 лайков. И тогда я из СДТВ предложу еще один интересный челлендж. Начинаем. Второй есть. Сейчас я даже прицельчик поменяю, чтобы прям вот прицельчик называется на живой. А! Сколько? 20, да, я думал. Да ты не попал ко мне вообще. Да попал разок. О! Добрый вечер! Блин, а если я тебя, получается, не режу, то я у тебя открываю кейсы, да? Да, да. Жесть, слышишь? С Авиком куда? О, хэдшот! Да! Блин, тяжело. Ну, нереально не дойти до тебя. Ай, да блин! Блин, почему опять в голову? Есть! Есть! 50 кейсов. Ну, осталось только теперь выиграть. О, вот это вантап! Хорошо. Ну что, Димон, приступаем. 50 кейсиков на моем аккаунте. Спасибо тебе, спасибо. Расчехляюсь. Хорошо, погнали. Все, кейсы на базе. Ну что, поехали. Давай, там как 616, как это любители говорить? Да, не, это херня. Вот из всего кейса мне нравится конкретно дигл. Ну я тебе, я даже дигл тебе отдам. Не, ну он выпадет-то у тебя. Давай смотри, если два дигла выпадают, я один себе забираю. Ну... Да давай. Один себе забираешь, и мне 5000 возвращаешь. Да не, ладно, хорошо. Ну что, поехали. Удачи нам. Погнали. А че мы все кейсы да кейсы? Я тут хорошую пушечку поднял. Покажу где. Залетаем на сайт hellstore.net, и сегодня мы поиграем в CoinFlip. Что такое CoinFlip? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. И я вижу в данный момент неохренительно много ребят, которые хотят сыграть по-крупному. Давай выберем одного из этих ребят и действительно попробуем себя показать. А ну вот и погнали, ребят. Ну, монеточка родная, дай нам хорошо сюда. Я так и знал, по-крупному сыграть. Ну и про тебя, конечно же, я не забыл. Залетай на сайт hellstore.net, вводи промокод от Сайбербанана и получай от меня халявные 60 центов. В общем, все ссылки в описании. Я знаю, тут есть кнопочки вот такие вот. Если их нажимаешь, они хрена не работают, эти кнопочки. О, заработал. Ну, заработал. Это первый кейс, это всегда такое. Если начинать с ключа, ключ, и вот так, если трясешь, то это реально рабочая тема. И вот она пролетела, видел? Это заявочка на победу сегодня. На тебе, 50. На тебе. Кассета, блядь. Пойди послушай музыку. Так, ну что, поехали, сейчас будет дигл. У меня чуйка такая. Давай. Надо, в любом случае, что-то надо интересное. Да, ну манит на этот, на ножичек-то тянет. Думаешь? Мне кажется, конечно. Тебе просто ГБ по жопе хлопает. Не-не-не. Давай, тряси, вот, мне кажется. Так вот, я да. Поехали, попробуй. Вообще не трогай, руки убрал от клавиатуры. Да. Положи. А, пролетел. А, второй раз. Ты смотри, что она делает вообще, слышишь? Все, давай вот так попробуем, может быть он. Это называется жирный кейс. Поехали. Да. О, смотри, как он открылся, какая, слышь? Ля. Может, что даст? Ну? Ага. ССГ-шки пожег. Я бы сказал, но ты на своем канале не матюкаешься. Да, не надо. Потом я выключу, мы с тобой все выскажем друг другу. Ну, на самом деле, на моем аккаунте всего выпадало 2 ножа. Всего 2. Поэтому я уверен... А сколько ты кейсов-то открывал-то всего? Ну, наверное... Да нет, почему, наверное, сколько получается? 400 кейсов всего в сумме. И прикинь, 400 кейсов, 2 ножа, причем один более-менее. Кончились. Ну вот, 20 кейсов мы-то открыли. И вообще ничего. Очень плохо. Так, ну-ка стоп-п, хотя бы филочка.
Изначально, когда я только-только видел этот скин, такой, ну нифига, прикольно, наверное, будет стоить дорого. В итоге стоит недорого. Вот мы с тобой шутим, а на самом деле, кто вот эти всякие кто такие штуки придумал, они же получают за каждую вот эту покупку, за все это, они получают же бабки. Получается, выгоднее тебе делать не красный какой-нибудь, не фиолетовый, а синьку, потому что синька больше всего падает, и ты больше всего комиссии с этого получаешь. Ты в Steam сделал так, чем хуже ты делаешь скин, тем больше ты денег получишь. Ну, я знаю еще, если вот так вот вначале чуть-чуть надо постоять, чуть-чуть, вот буквально секундочек 10 перед тем, как открывать, обычно срабатывает, вот реально срабатывает. Ой, у меня даже в глаз кто-то что-то... Габен плюнул в глаз, походу. Так, ты что там несешь? Крути давай. Какую херню, ты что там? Попробуй там ногой, щелкнул. Ногой. Давай. Вот, чтобы вы видели, руки здесь, нажимаю. Блин, не попал. Так, прошло 3 дня. Есть! Уже просто даже не важно, что выпадет. Я знаю, что нужно сделать. Нужно поменять шапку. Вот сейчас будет подарок. Сейчас Дед Мороз подарки принесет. Представь меня, что я как будто Габен. Шапки Дед Мороза сейчас ты сидишь? Да. Эй, джингл. О, красный пролетел. Помашем ручкой, а тебе выпадает... Бизон. Ну что могу сказать по открытию кейсов пока что? Говно. Так, шишел, мышел, пукнул, вышел. Ну-ка, считалочка детства. Давай, родная. Да, сейчас кто-то обосрется. Да подожди ты, ну что ты сразу-то, ну? Идеально, да? Сейчас. Давай, надо вот этот вот SSG. О, красный пролетело! Есть, сюда! Давай, этот какой? Ну, правая. А почему правая, скажи мне? Потому что ты правша? Можешь не отвечать. Ты не угадал. Смотри, учись. Вот, я выбираю, смотри, левая. Поехали. Какой? Левая. Давай! Ай, то же самое. Почти. Ну, зато статтрек. А я верю, что сейчас в этой десяточке нам что-то будет. Сейчас надо, знаешь что? Надо сейчас это вот ну, как-то чуть-чуть покрутить, посидеть, знаешь, вот так вот поделать. Вот такие разные, ну, поднажимать вот это вот все. И все, и поехали. Попробуй чем консоль написать. GIF, дальше. Ну, дроп. Дроп. Дигл. Большими буквами. Диагле. Вот так. И подпиши, чем там что-нибудь еще. Какую-нибудь угрозу. Габен. Из. Я через низ. Из. Щит. О, все. Че, он, блядь, сейчас боится, он сейчас нам отдаст. Ну, посмотрим. Говори, смотри, сейчас дигл будет. Блин, это так будет круто. О, вот это пушка, дигл! Ни хрена, жалко, не затрек, но это прямо завода! Пойдет? Я не знаю. Ну да. Он реально выделяется, у меня много диглов было. О, ну давай хотя бы так. Хотя бы 0.08. Немного поношенное. Старик. 900, нормально. Ну слушай, видишь, мы с тобой медленно начали открывать, там что-то разглядывать, смотреть там. И она начала давать. Да, удекла. Прям очень. А давай, может, трифастом. Ну, я только говорю, помедленнее, чтобы трифастом. А как? Вот так? Закрывай, да. А как закрывать? Я не умею. Ну, что ты закрыл уже? Escape, нажми просто. Нихера, ты прям по клавиатуре. Нормально пойду работать. Да, а что там? Ну давай. Кассета. Может, не надо быстро? Не надо. Ну хотя, давай, ладно, еще раз быстро. Давай. Раз, два, три. Я не знаю. А давай последний скин ты не покажешь на ролике. Мучитесь, ребят. Чего? Сделаем так, да? Мы с тобой решаем такую тему. Смотри, последний скин мы тебе не показываем, но мы с Димоном говорим тебе честно, что если ты в комментариях напишешь, какой скин выпал нам самый последний, ты от меня лично получишь 500 рублей на Киви кошелек. Димон, да, ты согласен?
Да, да. Идея пушка. Все, да, дружище, да, пиши в комментариях, а я тем временем Димону показываю, что нам выпало. Ребят, залетайте на самом деле к Димону на канал, он там крутит, вертит, вообще фига вертит, я бы другое слово сказал, но не могу. На самом деле, там очень годно, параллельно, еще из dtv.gg есть охренительный сайт, где ты можешь покатать и турнирчики, покатать и разные там всякие приколюхи, ладно, все сам найдешь, ссылочка в описании. И не забывай, что мы для тебя делаем качественный и интересный контент. Пока-пока, Димон, спасибо тебе, красавчик. Пока-пока. Пойдет? Я не знаю.